Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Тут недавно поступил такой вопрос, как приготовить соус унаги. Кто не знает, это японский соус, делается тоже на основе соевого соуса. Он очень хорошо подходит к жареному саму. Он идеально подходит к угрю, но угря, я так думаю, не у многих есть возможность попробовать, да? А вот сом более доступна рыба, и попробуйте пожарить сама, особенно на углях, и полить его этим унаги соусом. Это очень вкусно. Ну и вообще, любую рыбку полейте унаги соусом, она будет намного интереснее, вкуснее по вкусу. Делается он очень просто. Много его делать не рекомендую, потому что делать его быстро и просто, и свеженький он всегда вкуснее. Поехали, это вам понадобится. Ну, примерно столовая ложка сока имбиря. Опять просто натер на терке и отжал. Апельсиновый сок, любой. Не обязательно этого производителя, просто какой был дома. Соевый соус, сахар и маленькая фишечка от меня, это чуть-чуть коньяка. Японцы добавляют саке. Ну, саке стоит, во-первых, дорого, а во-вторых, ничего хорошего в нем нет, я что-то его не понимаю. Вот когда коньячку добавляем, это перфекто. Классно получается добавочка. Поехали. Берем кастрюлю. Друзья, граммовки все, как всегда, дам в описании под этим роликом. Высыпаем сахар. Так, друзья, сахар. Я напишу, ну, кому проще, на слух так. 250 граммов сахара. Берем дальше. 250 граммов апельсинового сока. Сок можно попробовать еще яблочный, тоже неплохо получается. Ну, в суши-барах делают просто с водой. И тоже, говорят, тоже неплохо. Ну, вы пробовали их унаги? Бывает вкусно, бывает не очень. Вот когда сэкономят на соке, делают на воде, получается не очень. Также 250 граммов соуса соевого. Не берите какой-то дорогой соевый соус. Возьмите самый дешевый. Потому что вы все равно будете его выпаривать. И будет вкусно. Соевый соус пошел. И столовая ложка имбиря, сока имбиря. Все, друзья, ставим на огонь и на медленном огне упариваем это до объема 0,5 литров. Короче, по сути, нам нужно грамм 250 жидкости сюда выпарить. Соус должен загустеть. Сейчас покажу. Коньяк пока не добавляем. Все, друзья, поставили наш соус на огонь. И вот пока он не закипит, очень важно его хорошо постоянно помешивать. Потому что сахар у нас в холодной жидкости не растворился. И он может пригореть. Когда закипит, сахар полностью растворится. Мы просто убавляем газ до минимума. И потихоньку упариваем его. И выпариваем наш соус минут 20-30. На маленьком огне. Время от времени помешиваем. Ну, я думаю, тут все понятно. Сейчас он начнет густеть. Я вам покажу. Пока видите, он как жидкий, как вода. А будет гораздо-гораздо гуще. Так, ну все, сейчас варим соус унаги. Он будет вкусный. Вкуснее, чем можно купить в магазине или тот, который подают в некоторых сушильнях, особенно которые, знаете, эти, как они, сетевые, типа суши-шоп. Ой, гадость какая у них. Так, ну ладно, все, друзья, выпариваем. Так, друзья, смотрите, 20 минут прошло. Все у меня это дело выкипело. Видите, как он начал кипеть? И какой он стал? Все, выключаем. Остужаем примерно до 50 градусов. И будем добавлять коньяк. Так, ну все, выключаем. Сейчас он немного остынет. Он будет еще гуще. Ну, сейчас последний штришок про коньяк расскажу. Так, друзья, соус еще немного остыл. Видите, с ложки не стекает весь сразу. Но он еще горячий. Он уже готов. Он уже просто офигенный вкусный. Это самый вкусный соус, что я вот пробовал. Не то, что я там себя хвалю, просто это вот, на мой взгляд, самое идеальное сочетание. Апельсиновый сок, соевый соус и чуть-чуть имбиря, который придает терпкость, и сахар, который придает сладость, и тягучесть, на самом деле, шелковистость этого соуса. Очень вкусный. Попробуйте, вы не будете разочарованы 100%. Ну и для себя просто мне так нравится. Коньяка, это просто как вишенка на торте. Можете добавлять, можете не добавлять. Ну, грамм 30-5. Все. Вот, бутылки нам буквально чуть-чуть.
он придаст еще более такой. Вот даже трудно. Сейчас он соус еще горячий, ну не кипяток, но он такой же теплый, сильно теплый. Как раз градусов 50-55. Сейчас спирты начали испаряться, и вот вкус коньяка останется в этом соусе, и это будет просто ваша фишка на любом праздничном столе, к любой рыбе. Вот эта вкуснятина у вас не пропадет никогда. Так, размешали. Давайте я налью, показать вам, чтобы как это все выглядит в белую миску. Ну вот и готово. Наш соус унаги по моему рецепту готов. Попробуйте, и он вам обязательно понравится. Он очень вкусный. И как видите, делается все довольно просто, и поэтому прок заготавливать его смысла нет. Пол литра сделали, и вам надолго его хватит. Ну все, друзья, кому было интересно это видео, поставьте пальцы вверх. Кому не интересно, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ничего не пропустите. Я там вчера прикупил афганский казан. Будем в нем что-нибудь вкусное готовить обязательно. Рульку купил хорошую, наконец-то привезли. Так что будет интересно и вкусно. И главное, быстро это готовится. Ладно, друзья, всем спасибо за внимание. Всем до встречи и всем пока.